Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал, сейчас мы с вами посмотрим досик код ВДФ, лютые игровые мемы. Я привыкла лютый прикол в играх, а тут лютые игровые мемы. ВДФ 248. Ссылочка на оригинал будет в описании, поехали. Я готова. Чего? Какие дела, господа? А вот и свежая порция мимасов подъехала, так что присаживайтесь поудобнее и погнали. Подписать, пацаны. Мне тут в руки попало еще одно занимательное видео по Modern Warfare 2, и давайте его заценим. Пацаны, запомните, только РПГ, только хардкор. Эй, бро, watch your jet. Watch your jet, bro, watch your jet. О, бой. Неловко вышло. Вот почему всегда есть ощущение, что твои противники играют как-то так? Просто дал соло на гитаре, и вся твоя команда в ангар улетела. Мне кажется, эта мелодия должна звучать как-то так. И чисто твои тиммейты в это время. Австралийцы в душе. Сейчас без сексизма, просто наблюдение. Но вы заметили, что когда у друзей появляются девушки, они начинают играть хуже? Я не знаю, как это работает, но может в этом дело? И все, очередной австралиец у тебя в команде. Давай, покажи, что умеешь. О, красава. Удали меня из дискорда, будь добр. Вообще, командная работа — это сложная штука. Нужно, чтобы каждый четко понимал свои роли. В моем случае это обычно как-то так происходит. Вроде все стараются, а толку? Но самое веселое начинается, когда два таких бойца встречаются друг против друга. В общем и целом, если бы перед игрой тебе показывали трейлер твоей тимы, то он выглядел бы... В общем и целом, если бы перед игрой тебе показывали трейлер твоей тимы, то он выглядел бы как-то так. Какие моменты, да, добрый класс? Я же не один до сих пор верю, что в рестлинге дерутся по-настоящему. И тренирую вот этот бросок. Но на самом деле, окажись я в ринге, я бы попытался свалить оттуда после первого же подобного броска. Чувак, кажись, отъехал. Но самое странное здесь — это не то, как он беспалево пытается улизнуть, а то, как чувак вернул его в ринг. Тактическое отступление было прервано с сапогом по хлебальнику. Чувак, с таким ударом ты в футболе неплохую карьеру сделал.
Пошел, блин, на тебя въебать. Я не знаю, в какой момент главным развлечением мужиков стала рыбалка. Я терпеть ненавижу рыбалку. Но мои городские друзья считают, что так как я рос в деревне, я обязан уметь рыбачить. Ну да, иначе что я есть вообще буду, да? За всю свою рыбацкую карьеру я ловил только леща, и того от бати за то, что леску запутал. Короче, чувак из следующего момента попытался внести некое разнообразие в это занятие. Ну-ка, ну-ка, мне качество. Походу этими выстрелами он призвал самого Кракена. Блин, это еще в VR было. Я б там отделался от одного вида. Чувак, а на перепелку ты со спиннингом ходишь? Хотя против птиц подойдет любой инструмент. Готовим курицу гриль за 5 минут. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но невкусно. Походу, голубь — это система ПВО у этой пшеницы. Ну, сработало, поле осталось целое. Я командир вашего взвода. Если вам когда-нибудь понадобится толкнуть вашу машину, то ни в коем случае не просите помощи у Давакина. Он чихнет случайно, а ты полетишь в лунную экспедицию. О, курва! Что было? Я пердоле ты! Что то курва было? Курва! Куда? Улетело в хуя там, курва! В этом моменте больше самого видео смешат комментарии. О, курва! Я не знаю, что значит я пердоле ты! Но мне бы хотелось иметь это слово в своем арсенале. Мне кажется, оно уместно в любой ситуации. Пердоле ты! А тем временем эмоции персонажей Far Cry 6 выходят на новый уровень. You are just gonna let me leave? Bullshit. You could have sold us out a long time ago. You were the lucky one. Не, слушай, ну тут я согласен, это полный bullshit. Ты это в следующий раз с пылесосом поаккуратнее. Это твоя девушка вернулась домой после косметических процедур и такая: ну как тебе? Я пердоле ты! Что значит нет ответа? Что значит? Есть. А где ты? Алло. 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 Стелс в его лучших традициях. Мне нравится вот это его... Она просто его задолбала, поэтому он такой, ну, нет и нет, как бы. Что-то нога чья-то показалась мне в ту сторону. Ой, водичка, прости. А где ты? А давайте поможем Даше найти жулика. Алло? Да. Христос воскрес. Пошел ты на! Вообще, 47-й умеет по-тихому решать дела. Не, классно, что это незамеченное убийство и тело спрятано. Молодец, лысый, ты умеешь все выставить как несчастный случай. А, это массаж был, я думала, он из какой-то. Он умрет сейчас? Нет. А, да. Так, стоп, ты сейчас сделал ему массаж, чтобы потом просто взорвать? Ах ты ж хитрец такой, теперь это точно никто не догадается, что ты киллер. Ты ж массаж сделал. Да если догадается, то можешь просто спрятаться, все равно хрен найдут. А. Он просто его ослепил, понимаете? У него же лысина, он его просто ослепил. Вот, и чел не увидел. А где ты? How are you today? Как ты сегодня? Fantastic. Thanks for asking. Спасибо, что спросил. Apparently, well met. Чувак, не говори с ним. Посмотри, до чего он твоего друга довел. Вот что значит по-настоящему токсичный человек. Это когда хочешь всем рассказать, как у тебя дела, но всем пофиг и приходится самому у себя спрашивать. How are you today? Что такое? Кто это? Fantastic. Что такое? Thanks for asking. Отвали со своим этим самым. Поздравляю, сейчас вы станете свидетелями самого нелепого задержания преступника в истории. Да.
теперь хватит мне. Уф, отстал. Ох уж эти колеса, будьте с ними поосторожнее. Не, не это, оно рядом прокатилось, его даже не задело. А вот что он там употреблял до этого, еще предстоит узнать. Не, ну на самом деле он старался, только главное, чтобы все это было не ради задержания вот этого чувака, а то обидно будет. А вообще с колесами и правда, будьте аккуратнее. Ну-ка. А, на, без коле... без ши... На. Я так старалась! Это как это вообще работает? Лариса, у тебя что вообще по физике было? Ты в курсе, что ты сейчас пёзнуться должна? Эй, парни, смотрите сюда! Ай, блин! Во, вот так вот, ибо нехрен нарушать законы. Да пошла твоя физика нахуй! Хаба. Всё хорошо, всё. Видео из разряда топ-10 неожиданных концовок. Не знаю, как вы, а я сегодня не планировал заглядывать в душу скейтеру. Я, кстати, думал, внутренний мир у него будет более богатым. Вот он, оазис. Это продолжение того самого видео. Эй, парни, хватит спать! Вы проигрываете! Думайте уже головой, а не жопой! Тепло? Жарко, холодно, что отопление дали? А, ей тот момент, когда еще не дали отопление. А сейчас вашему вниманию самая нелепая битва в Dark Souls. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А кто решил ко мне лезть? Ты засранец вонючий, мать твою. Заебись, сись. Вот знаете, чего я всегда боюсь, когда катаюсь на картинге? Я вот что-то провтыкал момент, а кто-нибудь все еще играет в Fortnite? Мне кажется, они там со своими скинами и танцами немного ебнулись. Ну в чем эта игра осталась неизменной? Так... Один раз грохнулась в школе, у меня штаны были, как оказалось, не очень тягучие, я просто как бы сделала хоба ножкой, вот, а вторую потащила за собой, было очень больно. Это в умении раскалить око игроку. Народ, спокойнее, берегите технику, берите пример вот с этого чувака. Главное, чтобы младший брат сзади не подошел. Перепутал, я смотрел, он вкатил эпик подборка в конце прошлого видео. Кто-то даже написал, мол, ни хрена себе, я трюкач. Чувак, мой максимальный трюк это яичницу в сковородке перевернуть, и то. Так что моя эпик подборка выглядела бы как-то вот так. Хорошо, идем. Я почему-то такое ощущение, что я помню это. О! Черепашка. А потом что-то... Окей. Ну а на этом все, народ. Я надеюсь, не удалось поднять вам настроение. Если это так, то бомби в колокол. Следующее видео будет совсем скоро. Также подписывайся на мой телеграм-канал. Я там немного личной информации публикую. Немного мемов, шуток и новостей. Короче, там интересно. Заходи, подписывайся. Ссылка в описании. Спасибо вам за просмотр. Всем пока. Продолжение этой песни.
ребят, спасибо огромное за просмотр. ВДФ. Давненько, по-моему, мы не смотрели, кстати, ВДФ. Остается на уровне. Хорош. Мега хорош. Мега хорош. Моменты просто. Так что спасибо огромное тебе за просмотр. Вот, ВДФ за видос. Лайком надо оценить. Обязательно, обязательно. Ссылочка на оригинал, напомню, будет в описании. И все. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока. Что?